Всем привет! Когда мы собирались в эту поездку, я планировал снять очень красивые виды гор, красивый лес. Планировал снять, с ним поснимать ночью, но нам не повезло. Была плохая погода, сейчас плохая погода, постоянно шел дождь, туман, но это не самое главное. Самое главное, что нам помешало, это моя ошибка. Я взял один навигатор, и этот навигатор отключился сразу же при въезде в лес. На навигаторе был маршрут, и в итоге так получилось, что мы не смогли найти дорогу. В итоге мы сделали круг почета по болоту и вернулись обратно. Тем не менее, я смогу вам показать хотя бы болото. Да, когда это видео я выкладывал, мне интересно было, как его, думал, как его назвать. То есть, и его можно было назвать «Будни водителя внедорожника», потому что действительно так. То есть видео получилось именно про будни водителя внедорожника и его пассажиров. Вот передок включился, но месяц. Сейчас где-то полтора, да? Сейчас единица. Единица. Какая погодка. Интересно, с места сдвинется, нет? Саня, да если нормально спустить, я же мало спускаю. Кто там, Юра, что ли? Кто там? Юра, наверное. Тревожный. Юра, мы застряли, короче. Дальше не идет. Что, к Вадиму? Мне только надо капюшон надеть. Я лицо уберу, лицо намажу. Да, о! Сейчас лебедку доставать будем. Так, а чего ждать-то? Больше спускать надо, короче, в лепеху вообще ехать. У меня еще задняя блокировка выключена. Блин, я боюсь сейчас все включать. Так-то. У меня еще задняя выключена. Юра, то колесо буксует, нет заднего. Но лучше двигается уже. Уже хуже. Не, надо вытягиваться, Саня. Это сейчас... Понятно. Это такое интересное. Ощущение, что вся почва сверху слоем, как кожа толстая, двигается, а снизу как бы что-то есть тверденькое, но она интересная. Блин, нет, нет, вытягивайся, нет, все, все. Сломать нахер здесь, не хочу ничего, все. Спущено и на блокировку, мы бы сразу проехали, а тут я лично все поворачиваю. Давай, чуть спусти.
мне там не проехать, мне надо правее выезжать. Туда? Вот можешь за нее зацепиться? Попытка номер 3. Задняя стоит мертва. Стоит. Стоит. Все, по-моему. Вот. Сколько-то проехал. Серега, по-моему, спускать еще надо. Да. Со всеми? Да. Сбор. Юра, ты куда ходил? Ты добыл нам еды? Не добыл. Мы останемся сегодня ночью голодными. Разворачивается на блокировках фиговенько. Мягко говоря. Вот на это дерево. Оно вроде шатается. Выше защиты. Дорога или этот, это вон откуда-то оттуда пришла, к избушке. Очень может быть, Юра. Блин, а? Днем? Нет, нет. Топор, где-то двора. Опа, а дальше куда вот мне? Ну, сейчас я выставлю жопу здесь, наверное. Или объехать вот здесь можно.
надо, слушай. Он на предохранителе, надеюсь. Ну, на каком предохранителе? И там мы тут едем, проваливаемся. Блин, куда я заехал? Куда я заехал? Юра, я не туда поехал. Сейчас посмотреть. Проедешь. Дави вот эту вот. Чуть-чуть сюда. Трухлявая, говорю. Трухлявая. Серега, ну едь вперед, я сзади буду идти. Едь, едь, за порог держится. Нормально, едь, за порог. Я не буду показывать все наши разъезды по этому болоту. Мы на самом деле очень часто думаем, что мы сейчас уже все выйдем, выйдем с этого болота, выйдем на хорошую тропу, поедем в горы дальше. Но в итоге опять мы выезжали в это болото. То есть крутились, крутились, в итоге сделали по нему круг. Поэтому поездка наша закончится на этот раз. То есть мы все промокли до нитки. Это, наверное, не самое страшное. Вот. И оправдание мы все нашли. Ну, погода плохая. Ничего хорошего мы там не увидим в горах. Будет один туман, дождь. И вернулись обратно. Плюс один нашли. То есть испытали колеса. Вот. Но надеюсь, мы сюда еще вернемся в хорошую погоду и снимем киношку. Всем Серега, пока. Задеваешь? На этом со всеми прощаюсь. Всем пока.